Крупнейшее водохранилище Кировской области не затопит Белую Холуницу. Как отчитались областные власти, в городе завершилось берегоукрепление местного водоема. Что касается реального подтопления некоторых районов Белой Холуницы, то риски были. На водохранилище начала разрушаться местная плотина. Дальнейшее разрушение могло привести к затоплению около 40 жилых домов, очистных сооружений, котельной, лесобиржи, пешеходного и двух автомобильных мостов, сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. Чтобы не допустить разрушения, были капитально отремонтированы крепления откосов плотины и водоотводящего канала. Из федерального и областного бюджетов на это ушло более 10 миллионов рублей. Очень важно для нас, это для нас, как для муниципалитета, как для собственника гидротехнического сооружения, потому как, к сожалению, собственных средств у нас в должном объеме выделить из местного бюджета, ну, в большинстве случаев, конечно, не представляется возможным. Таких средств у нас нет, и исключительно благодаря вот этим межбюджетным отношениям с правительством области, с федеральным агентством водных ресурсов, мы работы такого рода, такой сложности и такой дороговизны мы выполняем на этом объекте.